целях предотвращения распространения инфекции Главное архивное управление Московской области сообщает о временном закрытии читальных залов государственных и муниципальных архивов с 19 марта по 30 апреля. При необходимости получения архивной информации можно направить заявление на адрес электронной почты архива через портал государственных и муниципальных услуг Московской области или на официальный сайт Главного архивного управления Московской области.